Сейчас я буду делать на вот этот на реакцию на этот канал. Если что, то автор канала сам попросил меня сделать на него реакцию. Давайте-ка начнем с любого видео, но их тут много, так что я буду делать опять на рандоме. Видео, конечно, непонятное, но, в принципе, прикольное. Кстати, я играла в эту игру, она клёвая. Я, конечно, не поняла, при чём здесь коты-воители и мох с донатерскими, с донатерской мордой. И потом... Ну, хотя, наверное, типа, ну ты... Донатишь, а потом показываешь нам то, что ты... Ладно. Ну, видео, кстати, прикольное. И, как я знаю, это порода малинуа. Собачья. Ладно, давайте-ка будем уже смотреть эти видео из игры про котов-воителей. Ну, чисто залагал. Описание захватили смайлики. Ну, так, конечно, себе видео, ну ладно. А с вами был я, Влада 4. Какое ты говно? А с вами был я, сейчас. Влада 4. Какое ты говно? Ну, я, конечно, ничего не поняла, но, как я поняла, вот эта персонаж Кроволапая, ну, ос. Ну, типа там какой-то другой персонаж говорит то, что он, ну, ерунда. Ну, ладно. Надеюсь, вы поняли то, что я хотела до вас донести. Кстати, как я знаю, то, что вроде как в котах-воителях нельзя давать имена своим ос и вообще персонажам с кровью или смертью. Ну, можно было бы не подставить просто кота, который открывает рот, а показать эту оранж-девочку и нормально сделать видео. Опять жестко залагал на карте племени ветра. Кстати, можно было бы отключить вот эту, ну, щит с ником. Потому что так некрасиво. Вы же видели, наверное, то, что всякие, ну, популярные блогеры по котам-воителям, как затяжной дождь или древесница, отключают себе, ну, вот эти щиты. Просто, знаете, выглядит не совсем красиво с этим. Милый оранж, девочка! Потерять обувь и обижать, хотеть вернуть, но ты сверкать пятки. Я никогда не видел таких оригинал. Ну, тут уже получше, кстати, чем то. Конечно, это старое, но ладно. Конечно, опять непонятно, что происходит на видео, но ладно. Милый
Агачка. Я ничего не могу просто сказать. Ну ладно, тут я немного помолчу. Боже, как же меня вот это вот задолбало, всякие убийства фурии и персонажей фандома Микки Кид. Я думаю, это уже говно уже прекратился, до сих пор этим кто-то занимается. Неужели вам нравится это делать? Это же реально выглядит тупо. Для чего вот это вот все делать? Для того, чтобы показать себе умный какой-то? Вообще топ-коту. Зачем жопу нам свою показывать? Клёво он, конечно, башкой поворачивает. Ну ладно, на видео происходит какая-то разрывная с коробками. Ну, это то видео. Ну, в принципе, нормально, кстати, для новичка. Ну, кстати, красивый арт, между прочим. Ну ладно, нормально, в принципе. Давайте-ка теперь оценим ее. Ладно. Я, конечно, не поняла еще, ну, не поняла вообще, что тут, ну, только закон плод, ну, что им, автор хочет донести до нас в этом видео. Насчет этого видео, сейчас прочитаю. Я ненавижу волков, потому что они грызут, наверное, собак, а те погибают от волков, мне их жалко, и вот. Поэтому я ненавижу волков, ужасное создание природы. Я не знаю, конечно, что ты, о чем ты думала, когда делала это видео, но вот еще. Волки, им зимой особенно питаться нечем в лицу, к
кроликами, то они, ну, может, и редко попадаются. И они бегут в деревни, у которых есть вот собаки, вот это всякие козы, свиньи, вот курицы. И они ими питаются. Это вот ихняя нормальная дичь зимой. Они могут, ну, этим питаться, особенно если это стая. Так, ну, просто, ну, тем более, как вот тут ты говорила в своем одном видео, вот, то, что волки — это плохое создание природы, то это не так. Назови мне хотя бы одно животное, которое, ну, не нужно природе, которое вообще, ну, правда, вот, ненужное в нем. Мне кажется, такого нет. Это, правда, вот если что, глупое очень видео, то, что волки — это говно полное. Давайте-ка почитаем комментарии. Собираем ему учебник русского языка, один лайк. Ну ладно, это уже агро. А ты что, с ума не... А ты с ума не сошла? Они, чтобы ты понимал, волки. Их есть собаки. Во-вторых, волки сами природные спасатели. Они едят только заболевших животных, чтобы другие не заразились. И откуда у тебя эта инфа? Ты вообще понимаешь инфу о волков? Ну, вообще, я немного согласна с человеком. Ну ладно, давайте-ка уже посмотрим что-нибудь другое, кроме этой дичи. Прыгал. Ну, тут, ну, просто видео, как собака убегает от нее. Ну, тут, ну, вообще нормальный акт, ладно. Да, трэш. Те самые статьи, да, трэш, сахарки. А это видео о том, как челики кричат в конце, или как девочка ест сухарики. А вообще, я не понимаю, зачем кричать им. Все равно они, я думаю, не услышат вот эти вот вои. Мне кажется, услышат только ваши соседи, которые находятся на вашем этаже. А соседи сверху не услышат. Потому что мне кажется, то, что вот, ну, у них более такой хороший бетон, и... Они через потолок не услышат. А вот соседи, как раз таки, которые находятся у вас на этаже, они как раз таки все услышат. И мне жалко, кстати, кота, который убежал в конце.